Вот я брожу по лесу, по тундровому лесу. Вот сейчас где-то минут 20, наверное, вытягивали с речки семгу, вытянули большую семгу, красивая такая. Потрогал ее немножко. Фух. Сейчас я поднимаюсь на бугорок. Вот. Там река горная, не знаю, как ее название. Я иду за коптером и за рюкзаками, потому что мы из-за этой рыбы прям далеко-далеко уплыли вниз по течению, она нас потащила. Вот. Главное не заблудиться и не встретить медведей. Они тут говорят, может быть, не будет. Фух. Так, надо к речке идти. Я так потеряюсь. Комары здесь бешеные. И много их. Мажу этот дезодорантом специальным спреем. Наверное, каждый полчаса мажусь. Прыскнуть. Чтобы... Ой. Ну, в общем, чтобы не съели. Несет. Поэтому я здесь рисковать переходить речку не буду. Чуть повыше зайду. Вот здесь прям. Ну, наша аппаратура там. Так. Тебе переходим. Течение очень сильное, трудно стоять, соскользнешься и все, до самого низа. Ну, если об камни не ударишься. Это и дикая природа. И здесь кусочек цивилизации. Вот он. Беседочка. Вот. Здесь небольшой водопадик такой. Красивый есть. Вот, под ногами. Лепота.